Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании, и в сегодняшнем видео мы начинаем с вами запись нового вязального влога. И этот вязальный влог у нас будет полностью посвящен носочкам и носочной пряже, но также немножко носочным спицам. И на этой неделе я хочу порадовать себя и начать вязать столько носков, сколько у меня получится. На данный момент у меня запланирована неделя носочных стартов. Неделя, когда мы будем с вами каждый день начинать новую пару носков. Благо, у меня сейчас достаточное количество спиц и трио, и для метода Magic Loop круговых спиц для вязания носочков. Так что я могу себе позволить огромное количество носков одновременно в работе. Мне захотелось чего-то быстрого и радующего меня, поэтому я решила, что начать много носочков — это отличная идея. Возможно, к концу этого влога я скажу, что никогда так не делайте, не начинайте столько много носков. Но сейчас я воодушевлена и хочу вам показать новую носочную пряжу. Казалось бы, у меня огромные запасы носочной пряжи, но именно для недели стартов носочных мне захотелось еще новой носочной пряжи. И сейчас я вам покажу интересные новинки, из которых мы уже на этой неделе начнем прям сразу с пылу с жару вязать. Здесь вы не найдете новинок, это я просто поставила для красоты в кадре. Это тоже носочная пряжа, это пасмочки, которые у меня есть. У меня есть две корзинки с пасмами, одна из них это. И, возможно, какая-то из этих пасм попадет в это видео в виде процесса, то есть в виде начала каких-либо носочков. Потому что я до конца еще не понимаю, какую пряжу я буду использовать на все 5 пар. И я вообще изначально хотела вам показать в начале видео то, что вот этот моточек, этот, они пойдут у меня для начала всех моих стартов. Но потом я подумала, а вдруг я в процессе недели что-то передумаю. Поэтому для начала я вам покажу только несколько моточков новеньких, которые у меня появились, и которые я точно буду задействовать в процессах на этой неделе. Давайте посмотрим, что же такое интересно. Я пока все отложила за кадром, чтобы потихоньку по одному моточку вам показывать. Не буду говорить, что их много, их всего 4 моточка, но думаю, что вам будет интересно. И хочу я начать с двух моточков, это прям новинка-новинка сезона. И у меня здесь два новых моточка регия. Я когда увидела эту новинку, я прям подпрыгнула со стула. Я поняла, что она мне прям необходима здесь, сейчас. И вот у меня, наверное, не знаю, случится какой-то приступ, если я ее себе не приобрету, где-нибудь не найду и не закажу. И эта носочная пряжа, она необычного формата. Она с добавлением ниточки букле. Эта носочная пряжа называется Regia Energy Flow Color. Надеюсь, я правильно ее произношу. Она будет ложиться такими узкими полосками по несколько рядов. По составу. Так. По составу это у нас 42% шерсти, 33% хлопка, 25% полиамида. И, кстати, изначально я думала, что это стандартный носочный метраж 400 метров на 100 грамм. Но оказалось, нет, это достаточно толстая носочная пряжа. 100 грамм, 300 метров, примерно ее можно приравнять уже даже к 6 нитке. Ниточка сама по себе выглядит следующим образом. То есть здесь у нас стандартная носочная пряжа, в которую добавлена, вплетена дополнительно ниточка, я так подозреваю, хлопкового букле, потому что по ощущениям это как будто хлопок. У меня уже есть запасы хлопковое букле, и я вот, если честно, даже не думала, что его можно подмотать в носки. Но после того, как я увидела, что Настя Витман так сделала, и я подумала, что, блин, наверное, надо было попробовать изначально просто подмотать тоненькую бобинную ниточку хлопкового букле, прежде чем покупать эту пряжу. Но мне захотелось всего и сразу, поэтому у меня есть и то теперь. Ну, как я могла просто уйти без такой классной новинки?
У меня два цвета. Первый цвет — это 83-й. Я так подозреваю, у меня носки получатся точно такие же, как на превью, на моточке, на этикетке. А второй цвет, вот из него я уже планирую начинать старт прямо сейчас. Вот это будет самый первый мой старт. Это у нас цвет 84-й. Здесь просто очень красивое сочетание цветов. Мне кажется, это прям весна-весна. И фиолетовый, и розовый, и красивый голубой. И с добавлением такого зеленого. И что я заметила? То, что здесь букле идет примерно одного цвета. То есть здесь присутствуют белые в основном букляшки. В то время как здесь букле меняется от цвета пряжи. То есть вот здесь более такие светлые белые букле, здесь розовые, здесь зеленые. То есть оно также секционно покрашено. Я думаю, что носки получатся просто великолепные. Очень красивые и очень приятные. По ощущениям я ее чувствую как шерсть с хлопком. То есть не прибавить, не убавить. Она достаточно шерстистая, но и такая суховатость хлопка здесь тоже присутствует. Поэтому я планирую из этого моточка начать на спицах 2,75 вязать первую пару. Буду вязать, наверное, по одному носку. Или начну два сразу. Не знаю, но чтобы начать два сразу, мне удобнее будет размотать моток, и тогда у меня будут секции идти в разную сторону. Я еще подумаю, как я буду начинать эти носки вязать. Об этом уже расскажу в следующих подключениях. Это вот первые два моточка, которые у меня появились в запасах. С которого, вот из этого, мы уже начнем вязать совсем-совсем скоро. У меня уже руки чешутся, я скорее хотела вам показать. И второй моточек, точнее третий моточек, но второй артикул пряжи. Я ее очень давно хотела. Покажу вам сначала этот градиент. Это просто что-то невероятное. Очень красиво выглядит. Я хотела именно этот цвет. Угадайте, что это за пряжа? Вы, скорее всего, если натыкались на эти матки, то угадаете. Это достаточно дорогостоящая носочная пряжа. Это Lana Grossa Gametola Mylin White. Надеюсь, тоже правильно произношу. Здесь у нас идет 75% шерсти мериносовой, 25% полиамида, 100 грамм 400 метров. Та-та-та. И цвет у нас номер 5238. Ну, посмотрите, очень красиво смотрится. Во-первых, носочки будут ложиться широкими полосками. Я это очень люблю. И я так подозреваю, что здесь где-то должна быть разделительная нить, чтобы носки получились одинаковыми. Ну, в любом случае, мне будет легко подобрать секции, если вдруг разделительной нити здесь нет. Почему-то вот именно с этой пряжи я хочу связать идентичные носки, потому что такие широкие полосы, они очень красиво смотрятся, когда носочки получаются одинаковыми. Во-первых, мне, кстати, очень понравилось, что ниточка сама по себе, возможно, вы это заметите, возможно, нет, она выглядит как хлопковый. То есть как будто здесь присутствует хлопковая основа, которая набита пушком. И изначально я подумала, что тут хлопок в составе, вот как только взяла этот моточек в руки. Также здесь такие же приятные ощущения, то есть она шерстистая. Не сказать, что это какой-то супер приятный меринос, но мне почему-то кажется, что здесь присутствует хлопок. Не знаю почему, возможно, тут такой полиамид интересный или что-то подобное, но присутствие хлопка вот прям по ощущениям как будто бы здесь есть. И это я тоже буду начинать на этой неделе, потому что, ну, мои хотелки, они идут просто впереди меня. Если я вижу моток, из которого я хочу вязать прямо сейчас, и у меня есть возможность начать такое огромное количество носочков одновременно, то я не упущу такой возможности. И четвертый артикул, точнее, четвертый моток и третий артикул, уже заговариваюсь, как сильно хочу повязать. Это тоже пряжа от Lana Grossa. Это Mylin White Nestle в цветах Эверест. То есть обычно у них называется коллекция как-то. Вот тут коллекция называется Nestle. Сейчас объясню, почему. А Эверест — это именно метод как выкладки цветов. То есть носочек будет выглядеть следующим образом. У меня в запасах уже был такой моточек пряжи. И я решила его купить, потому что пошли слухи, что эта пряжа снята с производства. И так как она имеет очень необычный состав, я решила, что лучше пусть у меня будет два моточка в запасах. И сейчас я вам объясню все-таки почему. Если вы не знаете, что это за пряжа. Итак, 70% шерсти, тут обычная шерсть, 20% полиамида и 10% Nestle. Nestle — это крапива. Тут 10% крапивы, и пряжа выглядит супер рустикально. То есть здесь присутствуют такие как будто бы остевые волоски, но я так подозреваю, что это волокна крапивы. Выглядит очень самобытно, очень интересно, и она по ощущениям подойдет не всем
она достаточно колкая. Она прям такая, вот знаете, как пехорку деревенька напоминает. Я не говорю это в каком-то плохом ключе, а для этой пряжи тоже есть место для каких-либо процессов. И вот здесь должны получиться какие-то суперинтересные, знаете, практически лечебные носки, потому что здесь и крапива, и шерсть. И я думаю, что я когда свяжу эти носочки, я подарю их бабушке моего мужа. Мне кажется, ей будет очень приятно такие носки носить. И что меня порадовало, что моточек этой пряжи достаточно бюджетно выходит. Он выходит примерно 750 рублей. Я сейчас вам найду накладную и скажу вам точно. 715 рублей стоит один моточек такой пряжи. Откуда же у меня взялась вся эта пряжа? Вся эта пряжа мне пришла из интернет-магазина «Пряжа Су». И по моему персональному промокоду «Мурнитка10» вы получите скидку 5% на весь ассортимент этого магазина. Во-первых, это очень приятно, потому что раньше у них было ограниченное количество позиций, на которые вы могли применить скидку. Сейчас вы можете применить скидку на всю корзину, на любую носочную пряжу, ну вообще на любую пряжу, которую вы захотите. И эта пряжа вместо 715 рублей будет стоить бюджетнее. А это ли неприятный бонус? На сэкономленные деньги можно купить еще больше пряжи. А что касается цен, давайте я вам покажу. Итак, я убрала свой адрес, мало ли среди вас есть сталкеры. Итак, здесь у меня есть Шахинмар Регия Energy Flower Color. Это который у нас с букле. Один моточек этой пряжи стоит 929 рублей. У меня таких два. Самая дорогая позиция в данном заказе у меня это Гаметола Майлин Вайт, 1305 рублей. Посмотрим, соответствует ли она своей цене. Вот я вам как раз-таки дам свой отзыв. Возможно, какая-то парочка носочков у нас уже будет готова на этой неделе. И вот самая бюджетная пряжа из этой распаковки – это Майлин Вайт Несл, который у нас идет с крапивой. 715 рублей, мне кажется, очень приятная цена. Поэтому я сейчас отправляюсь. Мы вот берем с собой этот моток. Этот моток и вот этот моток. Этот моточек пока подождет какого-нибудь другого раза, другого процесса. Но вот эти три мотка, они у нас будут вязаться на этой неделе. Они, кстати, даже, мне кажется, между собой как-то интересно сочетаются. Может, потом можно будет остатки вместе скомбинировать. Но сейчас я побегу первым делом работать с этой ниточкой и начну вязать первую пару в этих носочных стартах. Прошли ровно сутки с того момента, как я начала вязать прошлые носки. И вы, наверное, сейчас будете радоваться и думать, что я вам покажу сейчас хотя бы один готовый носок, но нет. Оказывается, хоть носки вяжутся и быстро, но не всегда есть возможность повязать. Поэтому продвижение у меня есть, я покажу их вам чуть-чуть попозже. А сейчас я выложила здесь моточки, с которыми я бы хотела поработать на этой неделе. И я вот думаю о том, что... какие моточки все-таки пойдут в работу. Но вообще подключилась я для того, чтобы вам показать свои запасы носочных спиц. Запасы носочных спиц для вязания методом Magic Loop, которые у меня собрались за последнее время, потому что у меня вот неожиданно стало их много. Плюс я еще дозаказываю периодически какие-то новые спицы, поняла, что у меня 2 мм нет в запасах, которые мне очень нужны, чтобы поработать вот с этим мотком. Итак. Я все свои носочные спицы переложила вот в такой органайзер. Вы меня спрашивали, где его купить. Я вам давайте оставлю ссылку на Валберис или на Озон, где эти чехлы представлены в большом количестве. Потому что вот если вы просто вобьете в поиске органайзер для круговых спиц, вы обязательно наткнетесь на такой, либо на завязках точно такой же. Мне нравится на заклепке, намного удобнее, не надо перематывать это по 1000 раз. И на заклепочке закрыл, и все хорошо. Тут, насколько я помню, у меня 10 файликов, но я, возможно, могу ошибаться, потому что мне еще присылали дополнительные файлики, поэтому у меня их может быть больше здесь. Вообще, по умолчанию идут 10. Итак,
Здесь у меня есть спицы от Ади. Это круговые Socken Wandern. Надеюсь, я правильно произношу. Мне кажется, за это видео я очень много раз скажу «надеюсь, я правильно произношу», потому что, мне кажется, это уже третий или четвертый раз. У меня таких спиц две пары. Одну пару я покупала себе самостоятельно, вторую пару мне подарили, потому что девушки, они не зашли, и она увидела, что мне они понравились, поэтому решила подарить мне вторую пару. Я их положила в одно отделение, потому что они одинаковые. Я сейчас на них стала меньше вязать, потому что приноровилась методу вязания Magic Loop. И, видимо, скоро я от трио постепенно буду отказываться, хотя трио — это моя просто любовь любовная. Так, и что мне очень нравится в этих чехлах, то что вот эти картоночки, они идеально подходят по размеру в эти файлики. То есть вы полностью можете его засунуть и знать, какие у вас спицы тут лежат. Далее у меня есть спицы. Это Ади Unicorn, который мне подарила Ксюшек. Спасибо большое, целую тебя, люблю. Потому что я очень хотела поработать именно с этими спицами в вязании носочков, потому что у меня есть 3,5 мм. И что я вам хочу сказать, если вы не любите, вот вообще ни при каких обстоятельствах, тупые кончики, не покупайте себе эти спицы. Они вам не подойдут. Говорю вам сразу, тут прям тупые кончики для таких людей, как я, которые протыкают себе постоянно палец. И для определенной пряжи очень хорошо подходит. 2,5 мм на лесочке 80 сантиметров. Далее спицы, которые я уже взяла в работу, и дальше покажу вам их уже вместе с носочками. Это концепт от Кати. Кубические, 2,75 на 80 сантиметров. О них мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что у них есть как и плюсы, так и минусы, которые я заметила в процессе вязания за последние сутки. Также у меня есть Mindful. Ну, Mindful здесь картонки нет, потому что они идут в коробочках, что не очень удобно. Это Mindful 2,25 на леске 100. Это обычные китайские на тросике 2,75 на 80 сантиметров. Тоже моя новинка. Спицы от Lenk Wool Addicts, это 100% спицы. 100 сантиметров, 2,5 миллиметра, но они тоже кубические, поэтому, скорее всего, их размер под вопросиком. Они могут быть и 2,25, потому что, как я знаю, кубические спицы, они меньше заявленного размера на 0,25. И последние спицы, которые у меня здесь есть. Кстати, еще одни спицы у меня здесь не добавлены. У меня есть еще 2,25 Mindful 80 сантиметров леска, но они сейчас у меня на процессе, именно переснятые петли на них. Нужно их тоже будет переснять и сюда добавить. И вот эти спицы, это вот просто моя любовь любовная, находка-находковна. Это звучит очень странно, но мне эти спицы подарили, и они просто великолепны для вязания носочков, начиная от лески. Хоть она и с памятью, но все равно я как-то, скрипя сердце, полюбила эти спицы. Леска классная, с памятью, повторяюсь еще раз, 2,25 размер спиц. Это достаточно бюджетные носочные спицы Knitpro Nova Metal. Мне кажется, идеальные спицы за свою стоимость. Поэтому, если вы только начинаете путешествовать по вязанию носков и по, знаете, приобретению разной пряжи, разных спиц, вот начать, мне кажется, было бы очень круто именно с этих. Но взять не 100 сантиметров, а 80 сантиметров, тогда леска будет меньше путаться. И все. То есть, получается, вот столько у меня спиц на данный момент есть. Сейчас мне в пути ко мне идут еще Лики Блаш розовые 2,25 на леске, насколько я помню, 100 сантиметров. Тоже для вязания двух носочков одновременно. И еще я хочу двоечки себе какие-то докупить, пока я не придумала, какие бы двоечки я хотела к себе в запасы. И что касается носочка. Покажу вам носочек, который у меня вязался из пряжи, которую я вам показывала в предыдущем подключении. Это у нас Regia Energy Flow Color, который я вам показывала вот секунду назад, но для меня прошли уже сутки, 84-й цвет. Очень красивый, весенний, классный цвет, но я просто вот балдею от того, какой он красивый. И сейчас я вам покажу, какие носочки я начала вязать. И сейчас активно продвигаю. И поговорим про спицы. У меня тут немножко запуталось. Хоба! Вот такая вот колбаса у меня связалась. Я решила, что эти носки
по отзывам, которые я нашла в разных чатиках, они очень сильно будут растягиваться. И хлопок в составе как бы этому способствует, поэтому я не стала рисковать и решила сделать после того, как отвязала резинку решила по верхней части носка продолжить. А со стороны стопы решила пустить лицевую гладь. Я уже отвязала полностью пяточку. А на спице 2,75 я набирала 56 петель. И делала 8 прибавок. 8 раз делала прибавки по 2 на пятку. И также 8 убавок, что логично. И вот сейчас у меня уже убавки закончились, мне осталось просто гнать вверх полотно. И что я вам хочу сказать? На 2,75, если это все-таки 2,75, хотя не кубический, все равно получается достаточно дрявое полотно. Для носков плотность, не сказать, чтобы прям супер плотная, поэтому такую пряжу, хоть и метраж у нее 300 метров на 100 грамм, я спокойно могу рекомендовать вязать на спицах 2,5 или 2,25 даже, в зависимости от вашей плотности, потому что некоторые вяжут супер свободно, некоторые вяжут супер плотно, кому-то и на тройке будет забитое полотно. И это вот просто, знаете, по полотну и по ощущениям это как махровое полотенчико. Одновременно приятно и одновременно так необычно, и кажется, какие-то такие странные носки получаются. В работе пряжа приятная, она суховата, и что я заметила, что либо это проблема спиц, вот про которую я вам говорила, что я взяла концепт от Кати, кубические 2,75. Леска у них просто великолепная, у этих спиц. Вот леска, вот просто 10 из 10. Она без памяти, она очень мягкая, она вот просто приятная. К спицам вопросики. Вопросик начинается в том, я не знаю, это проблема пряжи или проблема спиц, но как только у меня намокают немного руки, эта пряжа отказывается скользить по этим спицам. И вязание становится невозможным. Поэтому я несколько раз уже откладывала это вязание, и поэтому у меня не связался целый носок. Как бы это странно ни звучало, как будто я оправдываюсь перед вами, что, о боже, я не связала целый носок. Но мне кажется, к концу недели хотя бы один готовый носок у нас точно будет. Второй момент по этим спицам. Очень приятные острые кончики. Но при работе с этой пряжей, так как у нас здесь присутствует букле, очень часто бывает такой момент, я, возможно, сейчас где-нибудь это найду, чтобы было наглядно. То есть вы, когда вяжете, вы цепляете букляшки, и у вас получается вот такой момент. То есть лучше для работы с этой пряжей брать тупые спицы, такие вот как Adi Unicorn. Мне кажется, они бы сюда идеально подошли, но у меня просто 2,75, Adi Unicorn нет. Пока. Возможно, когда-то появится. Сейчас начну складировать носочные спицы, и вот может появиться. И вот получается вот такая вот история. С одной стороны, можно обрезать эту затяжку или заправить ее наизнанку, но я понимаю, что в процессе носки эти носки могут вот так вот повытягиваться. Точнее, волокна букле повытягиваться из полотна носков. Пятка выглядит как будто бы огромной, но на самом деле у меня просто здесь... я примеряла, все красиво смотрится. Нужно потом будет надеть на блокатор. Хорошо тянется резинка. Я надеюсь, что после стирки она будет держаться, и вот если растягивать, то пятка уже не кажется такой большой. Мне осталось вязать еще рядов 20 стопы, и потом буду уже закрывать мысочек. Не знаю, пряжа очень мне понравилась, и посмотрим, что будет с ней после стирки. Еще один момент, что касается этих спиц, то, что они, возможно, только у меня такая проблема, но я заметила, что есть некоторые артикулы спиц, которые после вязания, либо когда только начинаешь на них вязать, такое происходит, потому что они как полируются, либо это будет на постоянной основе. У меня такое первый раз случилось, когда я вязала на 3,75 нитпро кубических. В какой-то момент при вязании вы начинаете чувствовать запах металла. И этот запах металла очень сильно бьет в нос. Я не знаю, возможно, только у меня такая проблема, и просто все спицы так пахнут, но мне кажется, как будто бы, что нитпро кубик и вот эти вот от Кати, они очень сильно пахнут металлом. Вот сейчас я, если поднесу к носу, будет такой прям четкий запах металла. И с одной стороны, это меня настораживает, потому что мне кажется, что в какой-то момент у меня просто начнет стираться покрытие.
Конечно, посмотрим, что с ними будет после того, как я свяжу несколько пар носочков, но на данный момент это, вот, мне кажется, один из таких ключевых минусов. Что касается в общем впечатления об этих спицах, они мне больше понравились, потому что леска приятная, скользит классно по спицам, если руки у вас не намокают. Но тут еще неизвестно, из-за в спицах проблема или проблема в пряже, что пряжа отказывается скользить при намокании. Я продолжу на них вязать и буду просто надеяться на то, что у меня вот этот запах металла пройдет. Возможно, когда спицы до конца отполируются. Но на данный момент я, знаете, в таком пограничном состоянии. Мне больше нравится, чем не нравится, но хотелось бы за такую стоимость спиц прям идеальное качество. Стыки идеальные, сами спицы идеальные, леска классная. Но вот какие-то такие маленькие мелочи в виде вот запаха, в виде того, что плохо скользят, возможно, они просто не отполировались, я повторюсь еще раз. Поэтому не знаю. Посмотрим, что будет в процессе дальше. По планам у меня этим носкам посвятить еще буквально часочек времени, а потом я начну вязать новые носки. Чуть-чуть их попродвигаю, и сейчас подключусь к вам с другого ракурса, и мы посмотрим моточки под искусственным освещением, потому что уже темнеть начинает. Я вам покажу, повыбираем, из чего я начну вязать следующую парочку. Итак, с возвращением меня. Что же я думаю? Во-первых, у меня появилась идея уже достаточно давно, и я все хочу связать парочку таких носочков, и я уже приготовила два кейка. И у меня сейчас будет выбор стоять из двух артикулов, с чего же я начну все-таки вязать. Первое, что я хочу, у меня есть вот такая итальянская бобинная носочная пряжа. Насколько я помню, она называется кальзитерия, либо кальзидония. Нет, кальцитония, наверное, она не называется. Я что-то путаю. Кальзитерия, скорее всего. Здесь 400 метров на 100 грамм. Она достаточно бюджетная, очень шерстистая, с эффектом мулине и достаточно пушистая. Хотя здесь и лунтик тоже постарался. И так как мне показалось на первый взгляд, что эта ниточка достаточно тоненькая, хотя кажется сейчас, что не тонкая, но мне казалось изначально, что она очень тоненькая, я поняла, что у меня есть вот такая вот классная ниточка в подмот. Это Pinori Filati Andromeda. Здесь 49% акрила, 20% PA, 25% махера и 6% люрикса. 940 метров на 100 грамм. У меня здесь вот есть такой кейк. Очень пушистая пряжа. Посмотрите на этот ворс. При таком составе она очень мягкая и очень пушистая. Я уже говорила об этом, когда ее распаковывала. Давайте оставлю подсказку вам на этот влог, где я подробнее это все рассказываю. Так вот, я еще тогда приметила, что эти две ниточки очень классно будут сочетаться между собой. Так, достала два кончика, сейчас вам покажу. И мне кажется, что если мы сделаем с вами вот так, то это у нас получится прям, знаете, зимний день. Или что-то вот такое, когда солнышко встало, снег переливается красивыми блесточками, если можно так сказать. И люрикс здесь вообще красиво это все подчеркивает. Поэтому я думаю, что смотрелось бы очень круто. Плюс, насколько я знаю, это не мелкосекционка, это прям градиент должен выкладываться. По крайней мере, я надеюсь на это. И я думаю, что вот так разбелить его было бы очень круто. Тут изначально белый цвет присутствует, а цветная ниточка вот только тоненькая такая, которая обвивает белую нить. Здесь, если я вам не сказала, по составу стандартный носочный состав и стандартный носочный метраж. 75% шерсти, 25% полиамида и метраж 400 метров на 100 грамм. И я думаю, что я бы взяла спицы 2,75 для того, чтобы поработать с этой ниточкой. Потому что пушисто, и потому что толстое полотно уже, ну, подмот все-таки дает какую-то свою определенную толщину. И 2,75 подошли бы идеально. Я бы взяла, конечно, 2,75, на которых у меня сейчас носочки из буклированной пряжи. Потому что с китайским тросиком я брать не хочу. Китайский тросик, я уже избалована, он для меня слишком жесткий. И перетягивание Magic Loop дает по бокам такие торожки растянутых петель. И как бы вы сильно не затягивали, получается как-то не очень. Поэтому я либо
отложу сейчас этот план и начну вязать эти носки, как только у меня освободятся спицы из-под букле. А сегодня я начну вязать из вот этой ниточки. Я подумала, что почему я планирую носки только для себя, если у меня есть еще муж, папа, муж сестры. Поэтому очень много людей, кому можно связать мужские носочки. У меня есть вот такая вот интересная ниточка, интересная она составом, и я впервые познакомилась именно с этим, с этой коллекцией опала. Мне его подарила Мари с канала «Моя Мари», и это просто супер что-то необычное для меня, потому что это называется артикул «Панорама Спорт» от опала. И здесь необычный состав. Тут 60% шерсти, 25% полипропилена и 15% полиамида. И нам обещают то, что у нас получатся суперспортивные носочки для активного отдыха и прочее. Что у нас и воду будут хорошо отводить и прочее. Здесь вот подробнее это все написано. Я, конечно, немецкий язык не знаю. Я переводила, читала и опять все забыла. Вы можете вот прочитать, если вам интересно. Номер цвета у меня 91-34. Носочки будут выглядеть следующим образом. И по метражу это у нас 100 грамм 425 метров. Мне опять кажется, что она тонковата для того, чтобы вязать на спицах 2,25. На спицах 2,5. В последнее время я как-то приноровилась больше вязать на 2,25. Поэтому я хочу сейчас размотать этот клубочек и начать два носка одновременно вязать. Пусть они будут разные. Возможно, я, кстати, просто с одной стороны вытащу кончик и с другой стороны вытащу кончик. Но существует разница того, что у меня все запутается, поэтому лучше, наверное, размотать на 2 кейка по 50. И начну от мыска на спицах 2,25 вязать 2 мужских носочка. И уже завтра вам покажу свои продвижения в этом плане. Вот как я хорошо придумала. А как только у нас освободятся спицы 2,75 от вязания носочков в букле, мы начнем вязать вот эти носочки. У нас последние, вот эти три пары, они почему-то все около синей тематики. Видимо, я опять влюбляюсь в синий цвет, хотя последнее время у меня была какая-то эра зеленым. Но не буду вам заговаривать зубы. Пойду разматывать этот моток и начинать новые носки. Пусть вас не смущают эти кейки, я решила их положить для красоты, но на самом деле вот эта пряжа меня очень соблазняет начать с ней работать. Но я уже запланировала все, я не хочу отходить от своих планов, только единственное, что я подумала о том, что может быть мне начать 6 пар носков. Видимо, меня уже не остановить, поэтому я вам вообще пришла показать, во-первых, мои продвижения, во-вторых, пряжу на мой новый старт. Итак, я все-таки вчера достала моталку для пряжи, потому что когда я размотала клубочки руками, я поняла, во-первых, что я просто зря потратила время, потому что мне будет неудобно вязать, когда клубочек прыгает по всей кровати, по проектной сумке, куда-то убегает. Не знаю, возможно, я уже просто избалована моталкой для пряжи, когда получаются вот такие классные кейки, удобно из центра мотка вытаскивать нить, и никуда клубочки не убегают. Я размотала клубочки на одинаковые по весу, у меня получились они по 48 грамм, моточек получился не 100-граммовый, но в этом нет ничего страшного, пряжа имеет свойство усыхать. И я, как вам и говорила, начала вязать два носочка одновременно, ну, следовательно, для чего я разматывала эти два кейка. И на данный момент у меня вот такие продвижения. Во-первых, пряжа очень необычная по ощущениям. Вот если сравнивать ее с опалом, с которым я работала раньше, эта ниточка какая-то, знаете, она как будто в какой-то обработке. Вот мне напомнила обработку с алоэ вера, вот что-то подобное. То есть она шерстистая, она такая грубоватая достаточно. Она даже
шуршит так. Интересно, но по ощущениям с ней работать очень приятно. Вяжется по спицам, скользит просто идеально, и полотно у меня получается очень плотное. Посмотрим, конечно, что с ними будет после стирки. Возможно, после стирки эта пропитка, если она есть, она уйдет, и тогда у нас распушится как-то больше ниточка. Сейчас на данный момент пуха здесь практически нет. Я решила делать мысок-лопатку, потому что я уже немножко устала вязать обычный ленточный мысок, когда начинаю вязать от мыска. Поэтому я сделала немножко по-другому. Я набрала 12 петель, по одной петле оставила с края, выделила дорожку из 10 и делала прибавки. Начинаю я как вязать? Я делаю первые 3 прибавки в каждом ряду, остальные прибавки делаю через ряд. Прибавила до 64 петель, по 32 на спице. И дальше гоню эти носочки вверх. Получатся вот такие мужские носочки. Не знаю, на какой размер, пока мужу буду вязать или кому-то на подарки. Побольше, может быть, какой-то размер свяжу, потому что пряжи достаточное количество, целый моток. И я вообще надеялась на то, что я дойду до пятки, но сегодня какой-то у меня был, точнее, вчера вечером, из-за того, что я долго разматывала эту пряжу, и как-то медленно у меня продвигалось это все. Ну и, скорее всего, из-за того, что у меня вяжутся два одновременно. Кажется, что продвижения маленькие, но они есть. И что я вам хочу сказать, я вообще напутала, когда разматывала пряжу. Я сначала думала, что у меня будут одинаковые носки по ходу секций. То есть в одну сторону у меня будут эти секции, как и положено. Но из-за того, что я сначала один клубочек размотала на руках, потом перемотала его на машинке, я не предположила, точнее не задумалась о том, что у меня нить поменяла направление. И по логике мне нужно было один клубочек начинать из центра, который я перематывала из мотка, а второй клубочек начинать снаружи. И тогда у меня получились бы направления рисунка в носках в одну сторону. Вы можете сказать, что я вообще слишком заморачиваюсь. Да, я с вами полностью согласна. И так видно, что это парочка, и все с ними, мне кажется, у меня красиво получится. Петелька к петельке, все ровненько, красивенько. Эти носочки буду продвигать позже. Я так подозреваю, что один какой-то день я выделю для того, чтобы продвигать носки, которые мне будут интересны больше всего в определенный момент. Думаю, что буклешные носки буду продвигать. А сегодня я хочу начать носки, про которые вам говорила вчера. Мы с вами уже разговаривали вчера про эту пряжу, поэтому я углубляться не буду. Вы все слышали секунду назад, для меня это просто день прошел. Я, кстати, себя поймала сегодня на мысли, что я очень давно не снимала влоги с каждодневными подключениями. Я даже немножко отвыкла от этого, что мне каждый день после работы нужно прийти, поставить свет, подготовиться и что-то для вас снять. Возможно, это немножко смотивирует меня больше снимать подключения для вязальных влогов. Потому что у нас в основном какие-то длинные подключения, но там всего 2 или 3 за неделю. Я решила, что я буду вязать эти носки с подмотом махера на спицах 2,5 мм Adi Unicorn. С тупым кончиком. Тоже про них уже вам все подробно рассказала. Поэтому мне осталось только взять, набрать петли на спицы и продолжать вязание. Я так подозреваю, что я буду набирать 50, наверное, 6 петель, как я набирала на буклированные носки. Но если я вдруг замечу, что у меня носки получаются какие-то не такие, либо слишком плотные, либо слишком маленькие, либо слишком большие, я распущу, перевяжу, и все будет красивенно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но вот этот моток, он просто не дает мне спать. Я вот, когда его вижу, думаю о том, что нужно с ним поработать. Он еще такой приятный на ощупь. Подумаю. Может быть, возьму в работу этот моток тоже. Отправляюсь начинать эти носочки.
наступил следующий день, и вчера я немножко поленилась и не делала подключение. Но это не значит, что я не продвигала носочки. Это значит лишь то, что я новую пару вчера не начала. Поэтому я решила подключиться сегодня с утра и начать уже с нового дня новый процесс, потому что раньше я старалась начинать вечером, чтобы уже на следующий день можно было унести его на работу, но сегодня у нас выходной день, поэтому могу себе позволить такую роскошь, как начать носки с самого утра. Итак, давайте я вам покажу свои продвижения. Я уже рассортировала свои новые носочки по проектным сумочкам, благо у меня сумочек маленьких хватает, и я вам готова показать свои продвижения по носку с подмотом махера. И что я вам хочу сказать? Носочек полностью готов. Я не знаю, вот как на солнышке будет видно люрикс или нет, но мне сейчас кажется, что его даже сейчас заметно, но на солнышке он должен красиво поблескивать. Я когда при искусственном освещении вчера смотрела, мне вообще так понравилось, как он смотрится. Он получился такой плотненький, тепленький. И вот это первый носочек, который связался у меня в рамках этой недели. Но я надеюсь, что у меня еще готовые носочки будут. Не пара хотя бы, но, возможно, пара из одиночных носков составится. Тут я делала уже забытую для себя пятку бумеранг, потому что я последнее время как-то отошла от бумеранга после того, как начала вязать пятку от скуки. Раньше я вязала бумеранг с клином подъема на 4 петли. То есть тут я делаю прибавки. Причем вот у меня на 2 спицы, например, разделено вязание. А с одной стороны у меня петли пятки, а прибавки я делаю со стороны верха носка, если можно так сказать. Делала 4 прибавки, потом, после того, как отвязала пятку, сделала 4 убавки. Ну, как бы ничего тут такого сверхъестественного в этой пятке нет. И дальше закрыла ленточным мыском. И сейчас хочу отправиться их постирать и посмотреть, как они будут выглядеть после стирки. Я думаю, что они еще больше должны распушиться. И помимо того, что я закончила этот носок, я уже начала вязать второй. Почему-то даже на спицах 2,5 эти носки двигаются очень быстро. У меня здесь, я вам уже говорила, 56 петель. И у меня почему-то они прям летят. Хотя мне казалось, что они получатся такие, знаете, сложноватые вязания из-за того, что махер, он все-таки цеплючий. И хочу вам сказать заранее, что если вы такие носки неправильно связали и решили их потом распустить, у вас ничего не выйдет красивого. Потому что вы, когда начнете распускать, у вас все ниточки между собой уже переплелись волокна. И придется рвать, и махер потом будет такими, знаете, как колтунами, кусочками. По расходу у меня еще пряжи, ого-го, сколько осталось. То есть тут у меня еще почти целый моток махера, но махер, понятное дело, весь не уйдет, и почти целый моток этой пряжи носочной, которая у нас кальзитерия. Поэтому я сейчас отправлюсь стирать, а потом уже в конце недели взвешу вам по носочку, расскажу про расход. Думаю, что некоторым это интересно, потому что периодически меня спрашивают о том, какой расход у носочков. Но это все зависит от пряжи, от плотности вязания, от многих моментов вязания, потому что кто-то вяжет выше паголина, кто-то вяжет другую пятку, на которую больше рядов уходит, следовательно, больше пряжи. Поэтому носочки больше по весу. Ну и от размера ноги это тоже зависит. Это у меня сейчас пойдет стираться. А что касается процесса, который я начну прямо сейчас, я уже переместила его в такую маленькую проектную сумочку и положила сюда спицы, я возьму в работу новый моточек Lana Grossa. Подготовила спицы Mindful 2.25 на леске 80 см. Буду вязать по одному носку, потому что не хочу эту пряжу разматывать на 2 кейка. И если я буду вязать, вы можете мне сказать, тут удобный кейк, можно вязать одна нить снаружи, другая изнутри. Но тогда носки получатся не одинаковыми. В этой ситуации я хочу связать прям идентичные носки, потому что здесь получатся прям широкие полоски. И я думаю, что если я буду вязать их с каким-то, не знаю, небольшим разрывом рисунка вот этого узора цветового, то получится как-то не очень, как будто бы я пожалела пряжи. Поэтому буду отматывать, буду подбирать секции и думаю, что у нас получатся классные носки. Но мне очень нравится сочетание зеленого с рыжим. Почему-то очень круто это смотрится. Мне кажется, прям такие красивые неоновые носочки у меня должны получиться. Поэтому отправляюсь начинать новый процесс, но сначала постираю носочек. Thank you.
Что-то у меня с этими носками не складывается с самого начала. Я уже меняю вторые спицы, взяла уже не на 80 сантиметров лески Mindful, а на 100 сантиметров 2,25. И эта пряжа, она категорически вместе стыков отказывается нормально проходить. Она проходит только с усилием, причем таким прям значительным. Нужно подкручивать спицу, чтобы у меня там прошло все. Это так неудобно. Я пошла смотреть, какие у меня еще спицы 2,25 есть. У меня есть еще 2,25 кубические на леске 100, но я не хочу огромную леску перетягивать, это так долго и неудобно. Поэтому я пошла в свои запасы спиц Трио и достала единственные 2,25 Трио, которые у меня есть. Это бамбуковые хая-хая. На них прям где-то должно быть даже написано Хая-хая 2,25. Тут, насколько я помню, не шарп, а стил кончик, не такой уж острый. Поэтому я сейчас распущу, не хочу вязать. Сначала думала, буду вязать от резинки. Набрала от резинки на 80 сантиметров лески. У меня не пошло. Распустила. Начала на леске 100 от мыска вязать. Тоже плохо проходит. Поэтому я все-таки начну вязать от резинки на спицах Трио. Все-таки хочется мне эти носки начать вязать. А потом я пошла еще на Валберис и докупила себе, взяла 2,25 80 сантиметров Nova Metal и 2 миллиметра заказала 80 сантиметров, как он называется, забыла уже, Зинги у меня носочные, Зингов у меня носочных еще не было, я их не пробовала, поэтому вот как раз будет повод попробовать. Возможно, даже успеет в рамках этого влога прийти, я вам заодно эти спицы и покажу. Ну что ж, пришло время показать вам мой четвертый носочный процесс и начать пятый носочный процесс на этой неделе. Если честно, я вчера заметила, что у меня уже пальцы начали забиваться от того, как тяжело вязать постоянно на маленьких спицах. И сейчас я вам, кстати, про спицы расскажу, почему я носки начала вязать на других спицах, не на тех, на которых планировала. Вы видите, у меня здесь уже достаточно большое продвижение. Итак, у меня уже даже в проектную сумку не помещается. Что я вам хочу рассказать? Во-первых, крысы уже опробовали эту пряжу. Она им понравилась. Но пряжу они не погрызли, почему-то им понравилась этикетка. Я так и не поняла. На прогулке они почему-то на нее напали. Что я вам хочу сказать? Нить в момент вязания... знаете, кстати, я вам даже сейчас это покажу, потому что это видно. Если вы берете из центра мотка, скорее всего, эту пряжу надо несколько раз перематывать, чтобы такого не было. Вот получается вот такое вот. То есть она перекручивается сама по себе. И за счет этого в полотне у вас получаются кривые петли. Пряжа сама по себе не косит, что меня очень удивило. Я думала, что у меня сейчас спиралью просто пойдет. Но вот это вот постоянно запутывание. Я стараюсь как можно больше доставать нить, чтобы как-то это напряжение снималось постепенно. Потому что если вы это делать не будете, у вас будут вот такие вот моменты. То есть вот эти петли – это перекрученная нить. И она становится такой, знаете, прям плотный-плотный, как лесочку вы какую-то вяжете, поэтому вот петли как-то косят. Я сначала обратила на это внимание, думаю, что я опять криво как-то вязать начала, руки опять у меня не из того места растут. Вроде как уже поправила это все, должно быть нормально, но потом я, знаете, как решила проверить. И обратила внимание, когда провязываю вот эту плотную нить, да, получаются вот эти вот петли. И они тут встречаются, ну, достаточно часто. Если не расслаблять эту нить, не вытягивать ее больше, она постоянно так закручивается. Что же у меня по продвижению? Я начала вязать от резинки, набрала 64 петли на спице 2,25. Сейчас про спицы тоже с вами поговорим. И уже решила вязать резинку ровно до того момента, пока не сменится цвет. Как только у меня сменился цвет, я заменила на зеленый. Ничего не считала. Я буду это считать уже потом, когда буду вязать второй носок. Я как-то, знаете, не привыкла к тому, чтобы маркерами помечать каждые 10 рядов, как многие делают. Я потом сажусь и пересчитываю вручную каждую петлю, чтобы понять, сколько рядов я провязала и сколько рядов мне нужно провязать на втором носке. Да, это муторно, и можно было один раз это все записать или пометить маркером, но я то забываю, то мне как-то лень встать за маркером, и как-то у меня не складывается постоянно с этим делом, поэтому я все вяжу по старинке. И, возможно, у меня из-за этого больше тратится времени на вязание второго носка. Итак, потом у меня с зеленого сменился, я думала, что это белый,
На самом деле это светлая-светлая фисташка. То есть очень приятный зеленый цвет. Я сначала даже подумала о том, что может это разделительная нить или еще что-то. Ну как может быть разделительная нить вот после двух цветов? Потому что я начала вязать из центра мотка, ничего не отматывала. И дальше вот продолжала. В середине белого цвета, ну практически в середине, я начала делать прибавки на пятку от скуки. Потом у меня начался рыжий цвет, сделала укороты. Вязала, закончила уже пятку, и зеленый я уже просто вяжу стопу саму по себе, без убавок. Выглядит носок очень даже ничего. Мне прям нравится, как выкладываются эти широкие полоски. И я, кстати, даже задумалась о том, что такие широкие полоски можно делать из остатков. То есть, если размотать на одинаковое количество остатки, то есть, если у меня 20 грамм по 10 грамм размотать, чтобы одинаковые носки в итоге получились, то можно связать вот что-то подобное. Причем здесь цвета, они, вот знаете, как будто бы не сочетаются друг с другом. Но когда вы смотрите на носок в целом, видно, что в этом есть какая-то логика. Здесь вот прям прослеживается какая-то осенняя такая природная тематика. Что-то там, например, асфальт, трава, какая-то листва пожухлая. Потом, не знаю, что может быть у нас светло-фисташкового цвета. Тут я еще не придумала, извините уж. Потом там яркая листва, еще листва. Почему-то у меня вот именно с листьями ассоциируется и с природой. Дальше после зеленого у нас планируется какой-то такой серовато-фиолетовый, потом серовато-фиолетовый потемнее, и потом опять начинается зеленый. Хотя, кстати говоря, у меня что, одинаковые носки не получится? А как так могло произойти? Вот этот серый, это не вот этот серый. То есть они разные. Вот этот более фиолетовый, а вот этот серый есть только тут. Мне что, получается, придется выматывать отсюда вот этот серый, чтобы у меня дальше раппорт носочка пошел? Раппорт выкладывания узора. Ну, не узора, а цветов. Блин, я, если честно, только сейчас об этом подумала и немножко даже расстроилась, потому что я надеялась, что все-таки при такой стоимости пряжи одного мотка будет достаточно для того, чтобы связать две пары одинаковых носочков. Но получается то, что я начала с этого серого цвета, у меня вот именно проблема сейчас встает. Я надеялась, что я закончу зеленый, свяжу вот этот серый и как раз-таки закрою мысочек вот этим серым и немножко этого серого захвачу, потому что здесь по ширине видно, что вот этот серый цвет, он начинается не с начала своего, как начала, не с начала своего начала, потому что зеленая полоса шире, чем серая. Примерно там на несколько рядов как раз бы мне хватило закончить мысок. Ой, неожиданно и очень неприятно, потому что если я буду сейчас чикать этот моток, разматывать его, то у меня получается вот это пойдет, также фиолетовый, и начнется уже вот этот нормальный серый, и потом зеленый. То есть у меня тогда, если мне не хватит на пару носков, ну точнее не на пару, а на второй идентичный носок, у меня мысок будет отличаться у них. Ладно, тогда я, получается, разматывать ничего не буду. Я возьму вот этот вот фиолетовый цвет и начну резинку вязать с него, чтобы у меня вдруг все сошлось. И будем надеяться, что носки будут плюс-минус идентичными. Когда я начинала подключение это снимать, я больше, знаете, позитивно была настроена, потому что пряжа сама по себе мне очень понравилась. Мне понравилось ее вязать, хоть она у меня пошла не на всех спицах, которые у меня были, которые я планировала. И мне очень понравилось, что она какая-то очень приятная по ощущениям. То есть в ней как будто бы есть шелк или что-то подобное. Насколько я помню, здесь мериносовая шерсть в составе. Да, мериносовая шерсть, и она вот, знаете, мне кажется, даже на плечевые изделия бы отлично подошла, потому что колкости какой-то особой я от нее не чувствую, она вот как просто обычный, как твид, например, ватный какой-нибудь, то есть она достаточно приятная. И вот как у меня были в первые впечатления об этой ниточке, что она как будто хлопковый шнурочек, набитый пушком, у меня до сих пор это сохраняется, и мне кажется, после стирки она еще более приятной станет. Поэтому по качеству нити у меня вообще вопросов никаких нет. У меня есть только вопрос к тому, что она перекручивается. Но если бы я, наверное, вязала снаружи мотка, этого не было бы. И если бы я размотала на два кейка, этого тоже бы не было бы. Что касается спиц.
Я взяла спицы от Leng кубические, 2,5, на леске 100 сантиметров. Почему я так сделала? Потому что на тех бамбуковых спицах, про которые я говорила вам в прошлом подключении, пряжа не пошла, она стала очень сильно скрипеть. И настолько сильно скрипеть по спицам, что я прям... У меня аж скулы сводила от вот этого неприятного ощущения. Поэтому я плюнула на все и решила, что ладно, буду на леске 100 сантиметров перетягивать один носок. Ну, и хочу вам сказать, что очень хорошо идет. Вот эти спицы, они, знаете как, у них идеальный стык, и они немножко все равно тормозят нить за счет того, что вот эти вот пупырочки, они притормаживают петли. И мне это нравится с той стороны, что если вы вяжете какую-то более скользкую ниточку, например, какой-то вот прям меринос-меринос, будем даже говорить, если носочный или не носочный, любую скользкую пряжу, даже летнего состава, если мы будем брать там большего размера спицы, то вязать будет приятнее, и у вас существует вероятность того, что петли вообще убегать не будут. А стык тут просто вообще великолепный, у меня нигде ничего не заедает, мне прям очень нравится, как это вот все вяжется. И леска, она с памятью, и она очень жесткая. Но это никак не мешает, она не путается под руками. То есть, если я начну вязать, я просто вытягиваю. Она у меня складывается вот такой вот петелькой. И это никак не мешает мне вязать. То есть, у меня где-то эта петля вот тут вот за рукой находится. Я с ней не соприкасаюсь, она мне никак не мешается. И вяжется очень даже хорошо. Поэтому эти спицы, вот если бы к этим спицам добавить леску от Concept by Katia, это были бы, наверное, самые лучшие спицы во вселенной. Что, кстати, еще хочу отметить, в этой пряже присутствует, чтобы вы не пугались, если вы вдруг ее приобрели, и у вас вот может показаться, что это брак, а сейчас я найти не могу ни одного такого места. Присутствует в ниточке крапинки. Вот, например, вот здесь, вот рыжая крапинка. Бывает черная крапинка. Вот она маленькая-маленькая, прям совсем крохотная. А на зеленом у меня больше здесь, кстати, меланжевость присутствует. То есть он где-то прям неоновый-неоновый, где-то выбеленный. И, кстати, очень красиво смотрится вот эта вот неоднородность окрашивания. И здесь вот больше черных крапинок. И вот сейчас, когда я провязывала, почему я об этом вспомнила, у меня вот здесь вот провязалась рыжая крапинка. Так что пряжа мне понравилась, она вот дала мне идею того, что можно из остатков так вязать, и я, скорее всего, возьму себе еще потом один моточек в запас этой пряжи, потому что работать с ней приятно. Но только я в будущем буду разматывать ее на 2 кейка, как-то пытаться вот это напряжение с нити снять. Но вот то, что здесь... Возможно, это у меня в мотке, может быть, там какой-то узел мне встретится вот где-нибудь здесь, что здесь не хватает серого цвета. Посмотрим. На данный момент мне никакой узел пока не встречался. Как-то долго я про эти носки вам рассказываю. Что же я запланировала для вязания на сегодня? Убираем эти носочки. Точнее, этот носок. И идет у нас вот эта проектная сумочка. 5-я проектная сумка. И в ней лежит моточек, который вы уже видели и знаете. Моточек с крапивой, который Nestle у нас идет. Еще раз вам этот цвет покажу. Он почему-то у меня ассоциируется, я вам говорила или не говорила в прошлых подключениях, с морковкой. Вот как будто бы морковка. Почему-то. И я для этого процесса поняла, что у меня не хватает спиц. Опять? Вот как так? Я, если честно, вообще не понимаю, как у меня может не хватать спиц. Вы можете сказать, что ты совсем уже, Даша, с ума сошла, но я вам уже говорила, что я заказала еще спицы. Они, надеюсь, в скором времени мне придут. Потому что я, вот когда начала вязать много таких носочков, я поняла пробелы, каких спиц у меня не хватает. Какие спицы мне нужны будут в какой-то момент, а у меня их просто нет. Поэтому я решила сразу докупить, пока есть такая возможность. Я взяла носочные спицы Adi Sock & Wonder, которые идут 23 сантиметра, насколько я помню. Одна спица коротенькая, другая длинная. Эти спицы специально предназначены для того, чтобы вязать на них носочки. Как на них вязать, если вы не знаете? Короткая спица у вас всегда в левой руке, ну, если вы вяжете правой рукой, если вы правша. А длинная спица в правой руке, чтобы вам было удобно ее захватывать, потому что коротенькую спицу очень неудобно держать. И даже вы можете обратить внимание, что у спиц разные кончики. Это сделано как раз-таки для того, чтобы такие вязальщицы, как я, не прокалывали себе пальцы. Это острый кончик, чтобы подхватывать какие-то прибавки и провязывать нить. Это тупой кончик, чтобы проталкивать его пальцем. Давно я на них не вязала, но так как у меня сейчас
для Magic Loop не осталось 2,5. Все у меня в работе. Я пока еще никакие носки не завершила полностью, чтобы освободить спицы. Поэтому я возьму и начну вязать на этих спицах. Надеюсь, у меня все хорошо получится, и я уже не отвыкла так сильно от них, буду привыкать. Что вам хочу сказать еще про эти спицы. Если вы будете на этих спицах вязать пятку поворотными рядами, типа как французская пятка, вот что-то такое, со стенкой пятки, не делайте этого, пожалуйста. Это очень неудобно, когда вы вяжете поворотными рядами, и когда у вас приходит ряд, где вам нужно вязать этой короткой спицей, это просто ужасно. Лучше оставьте эти спицы для вязания от скуки, для вязания стронг пятки, для вязания пятки бумеранг какой-нибудь, то есть где у вас укороченные ряды будут, и вам будет удобнее ее вязать. Потому что несколько рядов укороченных связать, это намного быстрее, нежели вязать стенку пятки, и руки, ну, очень устают от вот этой маленькой спицы. Я видела, что есть спицы такие с двумя длинными, но мне кажется, это неудобно, потому что они вот так вот не сойдутся просто. И с двумя короткими, мне кажется, это тоже очень неудобно. Поэтому на данный момент вот из таких коротеньких спиц это мои фавориты. У меня, конечно, есть еще набор коротких чиагу, где есть тоже лесочка 23 сантиметра, где можно вот одну короткую, одну длинную подобрать. Можно, кстати, взять на них, но я боюсь, что у меня леска будет раскручиваться, не хочу этой проблем, этих проблем. У меня как бы я не затягивала леску, у меня все равно она в процессе вязания начинает раскручиваться, и мне ее приходится подтягивать. Не знаю, возможно, у многих такая проблема, либо только у меня, как-то у меня руки вот так вот раскручивают все. И есть также еще набор Ади Деним, ну а там деревянные коротыши, и там две спицы короткие, на них тоже будет не сильно удобно, и там, я насколько помню, нет таких маленьких размеров, как 2,5, 2,25, там размеры начинаются от 3 или от 3,5. Поэтому сейчас я отправляюсь вязать эти носочки, начну, и уже встретимся с вами в финальном подключении, где я вам покажу все свои продвижения, связанные с носками на этой неделе. Как-то я не хочу вас отпускать сегодня, у меня вот просто набираются сейчас петли, и у меня в голову пришла просто идеальная идея, потому что я никогда так не вязала, и мне очень хочется попробовать, что получится в итоге. Я сначала подумала о том, что я свяжу носки с руликом, и продолжила набирать, а потом я подумала, а что если связать носки с рюшей? Я никогда не вязала носки с рюшей, как раз-таки можно пряжу из остатков подобрать или какой-то целый моточек, чтобы связать красивую рюшу в тон к этой пряже. Я полезла сразу, вот просто, знаете, это произошло, вот я только закончила снимать этот фрагмент, я повернулась к своему стеллажу с остатками, где у меня в ячейке лежат остатки, и у меня просто раз идея, два идея, три идеи, и я достала несколько моточков. Давайте начнем. Сначала я подумала, что классно будет смотреться с бежевой. Но мне кажется, что бежевый сюда как-то не очень подходит. Как будто бы не то. Хотелось бы, например, взять, можно было бы белый цвет. Но мне кажется, если вдруг эта пряжа полиняет желтым, то она белый станет таким желтовато-рыжеватым, и, возможно, это будет смотреться как-то застиранно и некрасиво. Поэтому бежевый и белый я отмела, потом достала рыжий. Но рыжий вот этот, он слишком яркий для этих носочков, и я думаю, что будет смотреться тоже как-то странновато. А потом я вспомнила, что у меня есть вот такой вот моточек, который столько времени ждет своего момента. Вы просто посмотрите, идеальное сочетание. Вот просто попадание в зеленый тон в тон практически. Ну ладно, не тон в тон, но вот очень близкие они между собой. Это у меня получается моточек маленький, 50 грамм регии. Состав стандартный носочный. Здесь у меня цвет номер 1056. 50 грамм у меня вот целый моточек. И, видимо, пришло его время поучаствовать в вязании носков. Я начну вязать рюшу вот этим зеленым цветом. Потом продолжу рыжим руликом, после рюши у меня будет рулик,
и потом привяжу резинку. И дальше уже буду смотреть по наитию, как я хотела бы связать дальше эти носки. Ажур и какие-то узоры добавлять не буду, возможно, продолжу дальше его вязать резинкой. Либо просто продолжу лицевой гладью, посмотрим. И про пятку я еще тоже не думала, может быть, это будет пятка стронг. Давно пятку стронг очень не вязала, хочется опять этого ощущения. Я помню, я вязала недавно обратный стронг. Ну, хотя обратный стронг — это то же самое, что и обычный стронг. Вязала в начале года носочки из остатков. Поэтому у меня вот просто маршрут перестроен. Я сейчас буду перевязывать, точнее, как перевязывать, распущу вот этот наборный край и буду набирать рюшу. Наконец-то пришло время подвести итоги этого вязального влога. Потому что на самом деле я вчера, в пятницу, еще помнила о том, что мне нужно снять вязальный влог до конца, что мне нужно сделать финальное подключение. А сегодня, в субботу, я проснулась с одной единственной мыслью. Мне нужно заняться дома ремонтом. И мы с мужем целый день занимались ремонтом, и только сейчас время 9 вечера, и только сейчас я поняла, что я не сняла для вас финальную часть влога, который должен выйти завтра. Поэтому я в срочном порядке подключаюсь к вам, чтобы показать свои большие или небольшие продвижения, в зависимости от того, как это расцените вы. Мне кажется, что это достаточно хорошее продвижение за эту неделю. И сейчас буду вам по порядку рассказывать мои успехи. При том, что мне нужно успеть его еще будет сегодня смонтировать, чтобы он у меня ночью рендерился. Итак, что же вы перед собой видите? Я здесь для красоты поставила свою корзиночку с нордом. Мне почему-то захотелось добавить каких-то носочных моточков в кадр. И с этой стороны слева вы видите проектные сумочки. И в этих проектных сумочках по дням недели распределены мои процессы, которые мы начинали. И мы начнем с самого первого. То есть у меня понедельник, вторник, среда, четверг. И вот тут стоит зеленая сумочка, пятница. Давайте начнем с понедельника, с носочка, который я связала самым первым. И это уже, знаете, такой спойлер, что я связала носочек. Буду стараться вам разложить как-то его и осторожно полностью показать, чтобы ничего здесь не поломать. Итак, напоминаю вам, что я вязала на спицах номер 275 носочку Regi Energy Flow Color, про которую рассказывала в самом начале этого вязального влога. И я, кстати, забыла вам упомянуть, что ссылки на все эти артикулы я оставлю в описании под этим видео, если вам вдруг интересно, потому что мне кажется, что в первом подключении я об этом не сказала. Но в любом случае ссылка на магазин пряжи СО, а также информация про артикулы будет вся внизу. Итак, и как вы видите, у меня здесь обрезана ниточка. Хотя вы не видите, потому что оно тут спрятано. Кончик у меня обрезан, это значит, что один носочек у меня полностью готов. Я его постирала, заблокировала. И сейчас вам покажу эту красоту. Не пугайтесь того, что он узенький, потому что он связан резинкой, и поэтому он как схлопнулся, если можно так сказать. Наверное, все-таки придется проектные сумки немножко подвинуть. Итак. И первый готовый носочек выглядит следующим образом. Ну, мне кажется, он получился очень красивый. Я, кстати, хотела подключиться даже к вам лицом в кадре, но потом поняла, что не потому, что я не успела к вам вовремя подключиться, а потому что я еще и подумала о том, что не имеет смысла лицом в кадре показывать носки. Хочется поближе показать, поподробнее что-то рассказать. Но про вот эти носки я вам уже рассказывала. Единственное, что вы не знаете, это то, что я закрыла их ленточным мыском, чтобы по передней части носка у меня сохранилась резинка. То есть по стопе у меня идет лицевая гладь. Я выделила по 2 петли с каждой стороны и делала убавки. Делала убавки, пока у меня не осталось 10 петель в центре. А до этого я до 10, когда у меня оставались последние по 3 убавки с каждой стороны, то я делала эти убавки в каждом ряду, чтобы закруглить мысок. Получился мысочек такой кругленький, аккуратненький, красивенький. И носок получился интересный. Единственное, что меня немножко расстроило, это то, что мне придется, чтобы одинаковые носки получить, раппорт узора отматывать. Я надеюсь, что мне в этом случае хватит этой пряжи для того, чтобы связать второй такой же одинаковый носок, потому что, видите, у меня мысочек закончился там, где вот
по логике я в этом моменте уже должна начинать была второй носок. Сейчас я достану весы, и мы взвесим с вами каждый носочек, чтобы понимать примерный расход. Раз у нас видео по носкам, мне кажется, оно должно быть максимально подробным. Итак, носочек из Energy Flow Color весит у меня 37 грамм. То есть с учетом отмота мне должно спокойно хватить на второй такой же носочек. У меня даже останется остаток, который можно будет потом классно замиксовать в хеликсы, к слову. Интересно, интересно. Нужно будет подобрать какую-нибудь пряжу, чтобы в хеликсе это все красиво смотрелось. Ну, мне кажется, что вот эту пряжу идеальнее всего будет вязать резинкой. Чтобы я все-таки начала волноваться о том, что хлопковая пряжа, она как-то больше у меня растянется, поэтому мне хотелось ее хотя бы как-то немножечко стянуть, поэтому решила добавить резинку. Возможно, вторую пару, которая у меня будет, скорее всего, мужская, то есть это будут мои носочки. А второй моточек у меня вот такого синего цвета, такой моточек я свяжу для своего мужа. И у нас будет такой домашний family look, то есть вот такой носок, как на фотографии с этикетки будет. Классно. У меня такие мятно-розовые с зеленым, у него будут сине-зелененькие с голубым. Это что касается моего первого носочного процесса. Я также оставляю здесь спицы, убираю носочек, убираю моточек, и уже на следующих неделях, в следующих вязальных влогах мы будем с вами продолжать это вязание. Пока эта проектная сумочка откладывается. У меня сейчас столько процессов, столько проектных сумок появилось. Переходим с вами ко вторнику. У меня есть вот такая классная проектная сумочка, как раз для носков с клубочками. Мне ее шила моя зрительница, просто великолепие. Здесь у меня уже мужские носки, и они, как вы понимаете, у меня не готовы. Эти носочки я вязала из опала коллекции Sport, Panorama Sport, в составе которой есть полипропилен, что удивительно. Поэтому я эту пряжу хотела как можно скорее включить в работу. И носочки эти у меня вот с того момента, как я вам их показывала в последнем подключении, то есть во втором подключении на этой неделе, они у меня никак больше не продвинулись. Как-то они у меня не пошли. И спойлер, это были единственные носки на этой неделе, которые я начала вязать два сразу. И вы можете заметить, что я пересняла их на спицы Mindful, потому что когда я начала вязать носки в пятницу из пряжи с крапивой, у меня не пошло на 2,5, и мне пришлось срочно 2,25 из какого-то процесса изъять. И я решила, что я возьму пока из этого процесса, закончу те носочки из крапивы, которые вяжу сейчас, точнее, вязала сегодня утром, вчера целый день, и уже тогда вернусь к вязанию этого процесса. Тут пока продвижений каких-то значимых нет, поэтому разговаривать сильно долго о них не будем. Это мужские носочки для моего мужа или кому-нибудь еще свяжу. Посмотрим, как разгонюсь. Возможно, на какой-то большой размер у меня получится. Третья пара, которая у меня началась в среду. И вы уже знаете, что в этой паре у меня был готовый носочек, потому что мы вместе с вами его стирали. И носочек выглядит следующим образом. Красивый, аккуратный, зимний носочек. Вот он прям пахнет зимой. Он пахнет вот какой-то, знаете, зимней свежестью, когда снег только выпал, и ты выходишь на улицу, вот эта вот морозная свежесть. И еще люрикс так приятно поблескивает. Я хочу эти носочки. Они получились очень теплые. Я вязала их на спицах 2,5. Смотрите на полотно. Мне кажется, прям даже пальцы практически мои не видно, не просвечивает ничего. Они получились очень мягкие, очень теплые, очень красивые. И я скорее хочу довязать второй такой носок, потому что второй носок у меня, как я вам показывала, был в работе и остался на этой стадии и дальше. Буду его продолжать, потому что вяжутся они очень быстро. И закончу эту парочку носочков и хочу их подарить бабушке моего мужа, потому что у нее очень мерзнут ноги. И я думаю, что дома ей будет самое то в таких красивых носочках тепленьких ходить. Я носочки с махером ей еще не вязала. Будут вот такие гламурные, красивые носочки у бабушки. Не знаю, мне прям очень нравится полотно. У меня, скорее всего, останется еще и основная пряжа. Кстати, давайте сейчас взвесим расход. Но у нас тут еще задействован махер, поэтому будет немножко неточно по расходу основной пряжи. Итак. 37 грамм.
практически то же самое, как и первый носочек, который я вам показывала. Поэтому у меня пряжи еще останется достаточное количество. Либо в хеликсы пущу, либо следочки можно какие-то связать. Я следочки еще, кстати, не пробовала вязать. Может быть, свяжу следочки. Если вы знаете, кстати, какой-нибудь интересный мастер-класс по вязанию следочков, не таких домашних тапочек, а именно следочков, как вот носочки. Носочки только без паголинка. Киньтесь в меня ссылкой на мастер-класс. Я посмотрю, изучу и, возможно, что-то подобное свяжу. Ну, носочки получились очень классные на размер 37-38. Я не сказала бы, что они прям какие-то очень большие. Я их хотя блокировала на блокаторах 38-39, но они все равно, после того, как я сняла их с блокаторов, они съежились. То есть они не растянулись на тот размер, на который был мне нужен. Но мне это и не нужно было. Итак, этот процесс у нас тоже отправляется в довязывание. В четверг я вам показывала хорошие продвижения по носку из Ланагросса. И что я вам хочу сказать. Этот носочек тоже полностью готов. И он получился, мне кажется, больше по длине паголинка и по длине стопы, чем все остальные носки. Вот так он выглядит на данный момент. Тут у меня резинка 2х2, пятка от скуки, носочек закрывала лопаткой. То есть это вот классические, в моем понимании, носки, потому что я в основном все свои носки вяжу так. И вот так выкладываются секции. То есть у нас идет цвет асфальта, потом зеленый, потом фисташковый, рыжий, неоново-зеленый. Вот неоново-зеленый очень красивый. Мне скоро придет Forza Solid в неоновом зеленом цвете. Возможно, их как-то скомбинировать классно будет, если они немножко отличаются по оттенкам, можно как-то их заполосатить. И такой серенький. В мотке у меня осталось дальше переход на такой вот фиолетовый цвет. Дальше у меня будет зеленый. Что я решила? Как я поступлю? Я этот фиолетовый цвет отматывать не буду, я начну его вязать в резинку. Потому что я не хочу чикать моток, я не хочу выматывать вот этот серый. Хотя стоило бы, наверное, то есть вымотать вот этот серый, довязать до конца вот этот фрагмент. И потом продолжить вязать вот как-то... Кстати, а как так? Подождите, смотрите. Я опять поняла, что здесь секции тогда не хватает. Если мы берем вот отсюда, то есть тот цвет асфальта, который мне нужен на резинку, я вяжу асфальт зеленый, белый, рыжий, потом зеленый, зеленый заканчиваю отсюда. А где светло-серый? А светлого серого нет, которым нужно завершить носок. Очень интересная пряжа. Возможно, я как-то неправильно ее вяжу. Может быть, как-то надо ее с разных сторон было вязать или еще что-то. Нужно почитать информацию. Может быть, она как-то специально должна выкладываться, и я просто об этом не знаю. Либо это специально сделано так, чтобы не было повторяющихся секций. Но с одной стороны, вот если вы любите повторяющиеся носки, это не очень. Если вам все равно, повторяются у вас секции или нет, чтобы у вас одинаковые носки были, то, скорее всего, вам эта пряжа не подойдет, потому что придется резать, и в итоге вы все равно не досчитаетесь какой-то одной секции. Возможно, это брак, и я когда довяжу до какого-то определенного момента, можем, кстати, попробовать с вами отмотать до вот этого темного серого, может быть, там будет, точнее, до вот этого фиолетового, может быть, там будет узел, мне все равно доматывать до него. Там все равно мне чуть-чуть осталось. Нет. Дальше просто из серого идет фиолетовый. Странно. Не понимаю. Не поняла я эту пряжу, если честно. Хотя по вязанию, после стирки, в полотне, по ощущениям, она очень мягкая и приятная. Я бы ее даже спокойно использовала для плечевых изделий, потому что я ее прикладываю к шее, и она не такая колкая, как обычная носочная пряжа. То есть это очень приятная носочка, и вяжется она очень легко. Но вот с секциями тут что-то перемудрили. Итак, по весу одного носка у меня получается, что из Ланагросса носок у меня весит, ну, кстати, удивительно, 35 грамм. 35 грамм, хотя он самый большой по размеру, ну, зрительно даже это видно, у меня получился, но самый легкий. Так что у меня, скорее всего, еще достаточное количество пряжи останется для того, чтобы ее смиксовать с другими остатками. И последнее. Парочка, которую я начала вязать в пятницу, находится в этом проектном мешке.
Хоба. А что это такое? А что это такое? Я вижу спицы, я вижу моток, вижу второй моток. А где носок? Ладно, не буду вас томить, какую-то интригу затевать. Этот носок уже готов, постиран и на блокаторе уже сушится. Он влажный, я его постирала буквально час назад. Так получилось, что вот из-за того, что сегодня с утра я не подключилась, я решила, что в свободное от ремонта время я буду постепенно по два рядочка продвигать этот носок. И так получилось, что я его закончила. И вы просто посмотрите на эту красоту. Сейчас я уберу из кадра, положу его здесь на блокаторе и подробнее про него вам буду рассказывать. Я вам показывала в подключении, что я распускала этот носок, потому что на спицах 2,5, на 64 петлях это получился полноценный рукав. Это что-то получилось огромное, очень неплотные, то есть носки светились практически. Я либо отвыкла вязать на спицах 2,5, либо эта пряжа настолько тонкая, что она не подходит для вязания на спицах на 2,5. Поэтому мне срочно пришлось вынимать из процесса, где я вязала два носочка сразу для моего мужа, ну или мужские, можно просто сказать, носочки из опала во вторник. Я забрала оттуда спицы и начала вязать. Вязала я сначала, то есть от пагленка, вязала я рулик, потом резинку и гнала дальше. Сделала пятку стронг, такую небольшую пяточку стронг, и дальше закрыла ленточным мыском. Здесь никакие зеленые полоски не добавляла. Потом отвязала из пряжи регия рюшу. Рюшу я, кстати, взяла из мастер-класса Анастасии Витман. Оставлю вам ссылку на ее мастер-класс. Там она подробно рассказывает, как связать вот отдельно рюшу, если вот у вас вот есть носочки с руликом, как поднять там петли, как провязать это все. И вот получается такая широкая рюша. Мне, кстати, понравилось, как эта рюша выглядит. Скорее всего, для плечевых изделий я тоже ее буду потом использовать. И вот такие носочки под кодовым названием «Морковка» у меня получились. Я не знаю, если честно, стоит ли их взвешивать, потому что они влажные. Возможно, из-за того, что они влажные, вес покажут нам намного больше, нежели он есть на самом деле. Поэтому давайте сделаем по-другому. Мы просто взвесим с вами моток, который у меня остался основной пряжи. Так как на рюшу, мне кажется, там совсем немножко ушло. И так будет примерно понятно. Ну, если у нас моток, конечно, был не 95 грамм, возьмем за эталон 100, как он и должен быть. Итак, осталось у меня от пряжи с крапивой 66 грамм. То есть получается у нас 34 грамма весит один носочек. Причем носочек получился, можно уже выбирать весы, носочек получился достаточно большим, как мне кажется. То есть это полноценный, вот это блокатор у меня 38-39, он спокойно здесь свободно сидит с достаточно высоким паголенком. Я стараюсь всегда, у меня на глаз всегда получается связать паголенок именно по высоте блокатора. Не люблю, когда у меня носок получается выше блокатора, его тогда неудобно блокировать. И в итоге получается, на этой неделе я связала две пары носков, но ни одной готовой пары носков у меня нет. Как бы это странно ни звучало, но у меня получились готовые 4 одиночных носка. Так, сейчас я их все вам достану, покажу еще раз. То есть за неделю можно связать 2 пары носочков с моей скоростью. А я в итоге связала просто 4 одиночных носка. Кто-то, наверное, сейчас схватится за сердце и скажет: «Даша, зачем ты это все сделала? Как ты будешь второй носок брать и начинать?» Потому что второй носок есть, знаете, как синдром второго носка, когда вы не можете начать вот никак собраться с мыслями и начать вязать второй носок. У меня таких проблем нет. Я просто возьму и довяжу каждый этот носок. И это будет, знаете, вот эти носки связались так быстро и так легко, что второй такой носок связать, это будет тоже очень быстро и легко, потому что я их буду между собой чередовать. У меня не будет повторения, как, знаете, подряд мы два одинаковых носка вяжем. Я свяжу сначала, там, допустим, вот этот, потом вот этот и этот. И у меня будет опять 4 разных носка, но которые потом найдут свою парочку уже в готовых. Судить вам, много или мало я провязала за эту неделю, но мне кажется, что две пары носочков из разной пряжи, с разными спицами, разными методами, наверное, это слишком громко сказано. Из разной пряжи, разными спицами. Это достаточно хороший результат.
На этом у меня все. Большое спасибо, что были этот носочный влог со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующих роликах, а они будут совсем-совсем скоро. Всем пока-пока!